Дом номер 12 по проспекту Металлургов. В конце зимы здесь обрушился балкон. По счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас дом в строительных лесах. Начинается капитальный ремонт фасада дома с восстановлением демонтированных балконов и тех, которые находятся в аварийном состоянии. Пока идут подготовительные работы. Подрядчик проводит обследование аварийных мест. Вновь восстанавливаться точно будет 3 балкона. Демонтироваться минимум 4 и вновь восстанавливаться. 10 балконов будет усиляться, остальные просто ремонтироваться. Изначально ремонт фасада в доме был запланирован на 2021 год. Но после падения балкона активные жильцы решили процесс ускорить. Обратились в управляющую компанию, районную, городскую администрацию, областное правительство и фонд капитального ремонта. Было принято решение восстановить фасад раньше, чем планировали. Закончить работы подрядчик обещает к декабрю. Рождение с этого, со старого переставим сюда. То есть все будет так, как он изначально был. Ну что, если восстановить нормально, значит нормально. А так-то уже они вот у нас вот здесь развалины, а у нас еще хуже развалины. Дом строили в 50-х годах прошлого века. После восстановления фасада нужно добиваться капитального ремонта самого здания, говорит старшая по дому Ольга Широкова. Предстоит переделать водостоки, канализацию, проводку, перекрытие. Чтобы дело двигалось, нужно активное участие всех жильцов. Некоторые решения можно принять только на общем собрании. Однако люди заняли выжидательную позицию и даже на встречу с подрядчиком не вышли. К сожалению, жильцы вкладывать деньги в содержание жилья не желают. Хотя это также неправильно. Потому что дома необходимо ремонтировать, необходимо содержать в надлежащем порядке. Мы будем следить за развитием темы. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.